Друзья мои, еще раз. За сегодня я, наверное, второй раз или третий делаю. Но это уже про орхидеи, друзья мои. Вот, смотрите. Ну, вон он. Этот цветоносик уже. Вон он. Корешочки такие. Листочки живенькие такие, хорошие. Вот, это, конечно, старенький. Вот. Это, конечно, полил все такое. Вот, растет такое. А вот, друзья мои, вот еще орхидея, друзья мои. Но она пока еще не хочет цвести. Вот, ну, листик пустила, вот она. А вот еще орхидейка, друзья мои. Вот она. Я тут листик вот этот желтенький убирал. Обрезал. Думаю, пусть вот такой там еще растет. Вот. И, короче, такие корешочки там еще нормально все. Ну вот еще, вот еще я хочу показать вот эту вот орхидею, друзья мои. Это, конечно, она у меня падала. Это она вот тут вот стояла. Она падала у меня от перевеса, переживаний, короче говоря. Вот, вот листочек такой там вот. Листочек маленький. И вот она, такая маленькая деточка, друзья. Вот. И вот такая деточка. Я не знаю, как ее цеплять, но посмотрим потом. Видите? Деточка такая. Ну, сам цветоносик, вот, друзья мои, как говорится, еще ничего. Вот. Ну, может быть, он будет, я не знаю. Вот. Тут вот Маня сидит. Вот. Ну, всегда. А вот они, друзья мои, это, вот так, в таком состоянии орхидеи. Они без этого у меня, как ее называется, без, ну вы поняли, без грунта. Вот, тут тоже листочки такие, вот они, листочки. Вот, вот такие корешочки хорошие. И вот тут, а вот смотрите, вот, то есть вот. Вот. Вот, видите, хорошая. Сейчас еще покажу. Вот еще, друзья мои, орхидейка. Это вот маленькая, конечно, орхидейка. Она тоже, короче, была, ну, в плохом состоянии, но она выжила, слава богу. Вот. И еще хочу показать, вот они вот такие вот орхидеи. Вот она, смотрите. Вот. Ну, тоже без этого. Без грунта. Я так водички немножко поливаю. Все, вот она, видите. Все, окей. Дальше, что хочу показать. Вот он, смотрите. Вот он тоже. Это без этих, ну, без грунта. И вот он идет, этот цветоносик. И вот он еще цветоносик. А, отсюда листочек идет, вот он, листочек. И там вот то же самое, вот смотрите, вот такая вот она, и листает листочек, вот он, в этой фигне. Вот он, видите, как клево. И вот еще, друзья мои, хотел показать вот эту орхидею, вот она. Вот она, смотрите, вот такая орхидея. Она, вот это уже, по-моему, месяца два цветут тут эти листики. Она вот идет вот этот вот еще побег такой. Вот это будет тоже, наверное. И вот он еще такой цветоносик идет. И вот она, цветоносик. Вот, по-моему, да. И вот, по-моему, вот с этой стороны тут вот, да. Вон, видите, цветоносик. И вот тут будет тоже цветоносик. И сейчас, короче, гляньте. Смотрите. Такая веточка. Вот, друзья мои. И хочу... Вот. Я не хвалюсь, друзья мои. Корни, вот смотрите, какие здоровые. Полный этот вот. Ну, я так водички подливаю, и все. Вот еще одна орхидея моя. Вот. Она вот, она хорошо тоже цвела, конечно, когда я покупал.
Вот, веточка такая хорошая. И вот, смотрите, эти вот корешочки такие. Вот они. А вот он идет цветоносик. Вот он, друзья мои. Тоже будет цвести. И вот, друзья мои, вот она. Моя дорогая орхидея, которую самую первую я покупал. Вон она. Вот. И, короче говоря, мешает листик. И вот он, смотрите. Как же вам показать, не знаю. Вот он. Ну, вы поняли, видите, вот он. Да что ж такое, а? Не видно вам. Вот. Сари-мари, сори, друзья. Это вот мне... Я сейчас уберу, покажу вам. Вот он. Вот, друзья, цветоносик там. Сейчас. Так, фокус. Это у меня орхидея не цвела 5 лет, друзья мои. И вот в этот раз, друзья мои, она захотела зацвести. И вот еще такая молоденькая орхидейка. Вот, смотрите. Как же мне сделать, чтобы вам показать. Вот он, смотрите. И вот тут, по-моему, я не знаю, это то ли это эти идут, как их звать-то, корни или цветоносы, не знаю. Вот, по-моему, корни. Это, по-моему, корни. Вот. Вот в таком... Да, там два этих. А, я же тут хочу показать, а не показывается. Ну, там вы поняли, видите. Сейчас я приближу. Видите? Это корни или не корни, не знаю. Или, может, это цветоносики. Сейчас дальше покажу, подождите. Конечно же, вот она, моя дорогая Маня, которая всегда тут сидит, помогает мне. Она моя ассистентка, да. Она такая ассистентка хорошая. Да. Пойдем дальше, покажу вам орхидейки. Вот она, орхидея. Еще одна у меня тут тоже хотела окочуриться, но она не окочурилась. Она у меня стала нормально расти. Даже вот листочек дала. Вот он. Вот. Я люблю орхидеи, друзья мои. Это я все по скидке покупал. И вот, друзья мои, вот он еще вот такой вот экземпляр. Правда, надо, наверное, вот этот листик убрать. Он не нужен. Я так думаю, как вы думаете, пишите мне комментарии. Нужно ли убирать вот эти листики? Ну, тут-то, друзья мои, нету этого еще цветоноса. Может быть, потом она зацветет, не знаю. Посмотрим. Ну, на вид она хорошая, друзья мои. И у меня на окошке есть такая орхидея. Ну, мини-орхидея. Вон она, видите. Это, конечно, надо убирать. Я это все убирал. Это вот, да. Вот такая вот. Надо, конечно, полить вот эту вот. Вот, и листик тоже пустила. Не знаю, будет цвести, не будет. Но посмотрите. Она вот, да, это поливать надо. А вот это моя дорогая, это... Как ее звать? Геранька. Я герани, друзья мои, обожаю. Орхидеи, герани. И, а вот это вот, друзья мои, ахименес. Ахименес. Вот ахименес. Почему-то в этом году меня не цвел, друзья мои. Не знаю почему. Вот. Ну все, друзья мои. На этой вот, как говорится, вот на этой вот красивой ноте я завершу свою рассказную деятельность, друзья мои. Про свою орхидею. Всем спасибо, кто смотрел мое видео. Я вас люблю. Это тоже вот такой красивый. Ну, а это, как говорится, это моя картина любимая, которую я вот ее лаком покрыл. Это очень хорошая картина, которую я лично сам рисовал. Я не знаю, то есть, если что, может, если кому нужно, я могу даже ее продать. Но мне, да, конечно, мне жалко вот это все отдавать.
Ну а куда мне девать их? Тоже посудите. Ну и все, друзья мои, всем спасибо за внимание, кто смотрел мое видео. Всем пока-пока. До свидания.